Сегодня 20 или 19 сегодня июля. Мы находимся на выставке Mare da Mare на стенде Грацилиани. Здесь Татьяна Чеченева, которую вы знаете уже по нашим репортажам с фабрики La Fabrica Delina. А сейчас мы на стенде от Грацилиани. Тань, расскажи, пожалуйста, что мы видим здесь на стенде, что вы представляете? Значит, Mare da Mare уже несколько лет успешно представлена на российском рынке в сегменте, в высоком сегменте. Эта марка создана итальянским стилистом Grazia Liani, ее как раз зовут, носит ее имя. Здесь очень высокое качество, итальянские ткани, особенные. Чем особенные? Креативный дизайн, все ткани, в общем-то, запатентованный рисунок и вот отделки, вареный шелк, то есть очень интересная марка, очень стильная. Это пляжный ассортимент, туники. Да, это пляжный ассортимент, туники, одежда. И есть еще также предпостельная серия. То есть очень мягкие ткани, очень красивые макраме. Есть тоже такой рисунок. Это коллекция осень. Это коллекция на лето. Следующее лето, да. Еще материалы какие? Материалы все натуральные, тонкие, вискоза. Вискоза? Что еще? Вискоза, шелк, хлопок. Кружево. Здесь шелк? Вот шелк. Это натуральный шелк? Натуральный, да. Натуральный шелк, пожалуйста. Натуральный шелк. Тоже аксессуары очень интересные. Дизайнерские такие решения. Все отшивается в городе Болонье на севере Италии. На Болонье отшивается. Порядок цен. А? Порядок цен? Порядок цен примерно от 50 евро. От 50 и до? Самая высокая? Самая высокая 80 евро. Купальники такие, да, с коронами. Очень нравится то, что за сетка. Значит, обращаться, кто захочет, к вам? Наш офис в Москве, метро Октябрьская воля. Ну и мы контакты оставим все равно там, где будет выложено это видео, там будут контакты. Вот, пожалуйста, Грацилиани. Люди заказы пишут. Итальянцы, наверное. Да, итальянцы. Это выставка в основном итальянцы. Так, в России выставляться где-то будет или к вам в офисе? В офис только надо? В офисе. Только в офис. Хорошо. Спасибо большое.